Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Сегодня буду готовить десерт «Груша в вине». В сети очень много разных рецептов этого десерта, и я решил попробовать сам, какой он есть на самом деле. Буду готовить по рецепту от Жака Пепена. Это известный французский кулинар, который готовил самому президенту Франции. Для десерта груша в красном вине нам нужно красное вино, 3 груши у меня есть, специи и пряности. В моем случае это цедра апельсина, гвоздика и корица. И также 2-3 столовых ложки меда. Для начала нужно почистить груши и нарезать на порционные кусочки. Для красоты грушу можно оставить целой, но если ее порезать, она лучше приготовится, лучше проварится. Закладываем груши в кастрюльку. Добавляем пряности. Добавляем мед. Добавляем красное вино так, чтобы покрыло груши. Ставим на огонь. Возникает вопрос, сколько времени варить грушу. Это зависит от того, насколько спелая груша, насколько мягкая груша. Вино с грушками закипело, и теперь пусть оно варится минут 15-20. Груши сварились, теперь их выкладываем на тарелочку. Груши готовы, а сироп продолжаем уваривать. Десерт груша в вине готово. Теперь мы добавим сливочного мороженого. Вот так вот. Польем все это уваренным вином, оно же как сироп. Попробуем. Вкусно, очень вкусно. Вкус очень интересный. Десерт достойный внимания. Груша хорошо проварилась. Верхний слой мягенький, сладенький. Глубже, ну, сама сердцевина кусочка, она такая немножко упругая и чуть-чуть так как бы похрустивает. Но в целом сам вкус такой вот медово, мед с корицей. Вот так вот. А вино дает такой вот ароматную, аромат и кислинку. Очень вкусно. Этот десерт рекомендую, мне очень понравился. Буду его делать точно еще не раз. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего настроения и приятного аппетита. Всем пока.